Еще одна мечта участника акции «Елка желаний» сбылась. Мальчику из многодетной семьи Александру Жабину из Барнаула подарили кибоно для занятий дзюдо. Подарок юному спортсмену вручил лично министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев. Здесь по поручению губернатора, да, спортивный подарок для мальчика, который очень амбициозный, который готов как бы к результатам на уровне края, на уровне Сибири. Но это хороший пример для всех ребятишек тренироваться и, наверное, загадывать, мечтать. Дзюдо Саша занимается 4 года. Второе кибоно нужно ему для соревнований. Говорит, даже не думал, что мечта сбудется. Теперь в новом кимоно мальчик планирует стать чемпионом края. Да, неожиданно. Я вообще думал, что это розыгрыш такой. Хочу вообще стать тренером. Хочу стать чемпионом и выиграть край.